Пришла пора прививок, в Магадане голосуют за ремонт дворов и завершают обновление дорог. Мэр Магадана Юрий Гришан провел еженедельный брифинг. Первая тема затронула здоровье горожан. За прошедшую неделю Центр гигиены и эпидемиологии протестировал 1063 человека на COVID-19. Из них выявили 56 положительных результата. Такие показатели не дают возможности расширить меры послабления эпидемиологической обстановки в городе. Также, по словам главы областного центра, осенью магаданцев ждет волна гриппа и простуд. Раньше для борьбы с вирусами около 30% населения прививалось. Сегодня с обстановкой пандемии необходим показатель в 60. К сожалению, идет на осенне-зимний период новый штамм гриппа. И если оценить ситуацию, у нас вот этого микса, этого коктейля коронавируса, ОРВИ и гриппа не было. Потому что коронавирус пришел к нам уже по весне, поздней, когда уже стало все как бы ослабевать. А вот эта осень нас ожидает с очень таким неприятным букетом. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, в Магадане идет ремонт дворовых территорий. В этом году обновляют 8 участков. На 2021 тоже предусмотрены подобные работы. Сегодня в областном центре проходит конкурс по благоустройству дворов. Для того, чтобы учли пожелания горожан, необходимо проявить инициативу на собрании с управляющей компанией. И при ремонте дворовой территории согласованные мнения горожан учтутся. Все говорят о формировании комфортной современной городской среды, но мало кто участвует в городском конкурсе. Я бы хотел, чтобы все-таки жители многоквартирных домов через свои управляющие компании сами инициировали собрание и определялись, как будет все-таки в 2021 году выглядеть работа по благоустройству их дворовых территорий. Я еще раз говорю, что инициатива от жителей многоквартирных домов – это позиция номер раз. Параллельно ремонту дворов в Магадане идет реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По Колымскому шоссе обновляют дорогу. Проложили слой из черного щебня, устанавливают геосетку и скоро ее закроют новым асфальтом. По словам Юрия Гришана, с ремонтом закончат предположительно через неделю. Останется установить ограждение и новые фонарные столбы. Также завершают ремонт дороги по улице Парковая. Предположительно через 10 дней там откроют проезд.